Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить. Как там игра называется? А как в меню теперь выйти? Подожди, во. Kingdom Rush, точно-точно. Я забыл уже. Так, что у нас тут? Мне сказали, этот уровень супер-супер сложный, сложный, ужасно сложный. И знаешь, что меня смущает? Для меня вот этот уровень был сложный, но никто не сказал, что он сложный. А вот этот прямо говорят, что он очень сложный. И вот это немножечко меня смущает. Неужели он реально сложный? И вот тогда, не знаю, может, нам надо еще какие-нибудь звезд пособирать. Но все остальное я смотрю, это максимум по одной звезде пособираем, и это вообще ни о чем. Так что давай сделаем для начала магов прокачаем. Потом бомбардиров. И теперь вот этих вот воинов. Оп, все, смотри, как идеально, слушай. Неплохо было бы совсем чуть-чуть еще прокачать метеориты. Это 4 звезды и вот это полностью. Но это уже как-то слишком много выходит. Так, наши бойцы уже окружают башню злого мага. Подожди, а мне кто? У меня король, все, нормально. Визнана, пришло время расплаты. Пора заканчивать. Это будет решающая битва. Решающая уже? Так у нас пустыня еще. Ладно, так. Где я читал? Ага, это будет решающая битва за... За благоденствие нашего государства. Мы через многое прошли ради этого момента. Пути назад нет. Сегодня мы поквитаемся за все страдания. Ну, чуть-чуть покрупнее сделали бы шрифт. Ну, капельку. В целом, я мог бы монитор... А, вы с двух, с этих сторон идете сюда, а не отсюда, вот сюда. Ну да, так логичней. Мы и тебе должны урон нанести. Чего? Будешь отлично смотреться в моей коллекции черепов. Ну, это круто звучит, да. Опа-опа. Можно было бы сделать, ну, капельку, совсем капельку, ну, совсем чуть-чуть крупнее, потому что не видно. Вообще. Давай, наверное, вот здесь вот салатов сделаем. Давай вот сюда, ладно, поставим, а это вот так вкачаем. Что нам лучше? Лучше вот это, потому что боссы потом будут, да? А, овечки мне сказали, урона не наносят. Ну, хорошо, нужна подсказка. Нужна подсказка. Какая подсказка? Я справлюсь. Спасибо. И вот здесь, наверное, тоже магов лучше сделать. Раз, два. И три нельзя. Хорошо, погнали. Сейчас посмотрим, что у нас все это, и что. Выйдет? Хорошо будет? Нет? 15 волн. Много. Нас волн это очень много. А я наших солдат... Ой, точно. Кстати, мне сказали через пробел, и действительно, пробел работает. Я про это совершенно забыл. Так, эти копьями? Да, эти копьями, отлично. Так, а король, давай вот сюда. Да, через пробел теперь шикарно вообще это все делается. Так, и здесь нужно будет поставить артиллерию. Не-не-не, король... Ладно, давай король сюда уже пойдет. Так, давай. Так, хорошо. Так, артиллерия вот сюда. Хорошо, иди сюда. Давай вот это вот так. Ай-яй-яй, сейчас вы вот эти, да? Плохо. Ладно, давай немножко освободим местечко. Оп-оп-оп, хорошо, а то некромант сейчас задолбает нас просто. Давай, так, бейте. Сейчас надо прокачивать артиллерию. Да подожди. Давай, быстрее делаем еще вот так вот. Оп, давай. Оп. 198, отлично, но это еще не конец. Давай. Надо фиолетового мага надо было, наверное, брать. Ого, чё ж вы так проходите-то неплохо? Ничего себе, реально настолько сложно будет. А вот этого вот, наверное, неплохо было бы, да? Разнести. Так, и метеоритный дождь уже сейчас не поможет. Так, а ты зеленые делаешь, это что, это яд или как? А можно, ну, вот этого вот как бы атаковать? Ну, для чего он, по-вашему, нам нужен тут? Так, у тебя еще нельзя прокачать, да? За 288. Блин, идеально, конечно, уже не пройдем, но... А если мы его успеем убить, то... Ага, я вас понял. Возможно, я зря две башни вот так сразу поставил. Короля еще убили, класс. Давай вот так, добивайте его быстренько. Сколько у него здоровья? Блин, ну не так уж и много, и вы не можете вынести его. Да, сердец мы, конечно, уже очень много потратили. Это печально. Ну да, изначально неправильно сделали. Надо было бы артиллерию, конечно, прокачать. Ну ты же мимо бьешь. Ну ты зачем вообще призываешь эти метеориты, если ты бьешь мимо? Объясни мне, а.
я в шоке. Так, и тут, блин, может перезапустить, пока есть время? Ну, пока мы все равно быстренько... Ну, ладно, ладно, потом уже, когда получим больше звезд, вернемся, переиграем, как прекрасно быть плохим. Блин, ну ты прикольно выглядишь, а нам такого нельзя? Давай ты вообще вот сюда станешь, чтобы и эту. А лучше даже вот так вот, чтобы все четыре окружать. Угу, давай вот так. Так, хорошо, это мы прокачивать не буду, надо Теслу вкачать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё такой серьезный? Ты нас подкалывать еще будешь, да? Я учту, я запомню это. А чё вот это не усиливает? Но оно что же рядом? Странная штука. Ладно. Давай, так. Давай, добивай. Да, хорош, жаль, конечно, что это ничего не наносит. Так, это, допустим, тоже или испепеление надо было взять. Не знаю. Так, ну маги справятся, я надеюсь. Копья тоже помогут мне неплохо так. Давай так. Ого-го-го-го. Это, чё ж вы так много-то урона наносите? Чё-то многовато реально урона это наносится королю. У тебя здоровья, что ли, мало? Давай, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, да что ж такое? Тесла все еще. Ладно. Возможно, опять же, с прокачкой что-то не то сделал. Но в любом случае, нам, скорее всего, придется что делать. Правильно? Ой-ой-ой, отходи. Да отходи, да что ж такое-то, а? Если нажимаю вот куда-то вот сюда, неплохо было бы сделать, чтобы он бежал приближенное к этой точке, куда я нажал. Было бы очень сильно неплохо. Было бы очень-очень-очень неплохо, но нет. Так это здесь не работает, к сожалению. Если нажал мимо, то все, всем уже плевать, ты идешь в жопу. Это грустно, это печально. Да нет, я ж на двоечку. Да что ж такое-то, а? Да, мы пройдем. Да ничего ты не пройдешь. Это я пройду, понятно? Ты не пройдешь. Как мне тебе интересно наносить урона, я не знаю. Это надо прям в упор лучниц, что ли, ставить. А мы их даже не прокачивали. А, нет, подожди, тут же волны, я зачем? Ты сам к нам пойдешь, что ли? Так у тебя здоровья маловато. 8000 всего. Но это по сравнению с другими боссами вообще ничто. Давай, бей. У тебя пока пятый уровень. Нормально. Давай вот так. Оп, есть, хорошо. И теперь в волну тоже надо пустить. Во, видишь, это уже неплохо. Надо было изначально ставить, потому что, по сути, тут таких сильных, на которых надо было бы вторую башню, и не было. Эх, жаль, не знал заранее, как надо. Ладно. Так, а можно башню, да-да-да, оранжевую вот по этим? Так, хорошо. О, по 93 дальше, это вообще отлично. Так, и вот сюда Теслу тоже можно будет поставить, я думаю. Хотя здесь, наверное, тоже солдат лучше вот сюда, а вот здесь уже Теслу. Да, скорее всего, так поставим. Или нет. Лучше сюда Теслу, а вот сюда уже солдат. Чтобы туда и туда могли. Ну да, наверное, так и сделаю. Так, хорошо, тогда вот здесь вот поставим Теслу. 112, конечно, дороговато, но ладно. Так, ребят, сзади. Вот башня, конечно, напрягает меня. Она вообще делает, что захочет. Так, и артиллерию отлично, сейчас ее еще сильнее прокачаем. А этих, наверное, давай поставим сюда, потому что там вообще смысла от них нет. Мне так кажется. Рассвета люди уже не увидят. Ух, как страшно. Король, что-то, мне кажется, слабоват. Наверное, надо было фиолетового чувака, ну, ставить мага с фиолетовыми. Магиями. Ну, короче, ты понял, кого я имею в виду. Вот его надо было брать. Ох, что-то вас до хрена как-то. Подожди, вот тебя давай. Прокачаем вместе с испепелением. Да, и телепортом. Вот, телепорт тут, конечно, тоже очень сильно поможет нам. Поскорее бы он начал работать уже. Вот, и еще соточку. Это мы легко сделаем, я думаю. Быстрее. Оп, отлично, все. Ух, хорошо, вот теперь прекрасно, отлично. Вытянули. Но мы бы это изначально тоже вытянули. Но, видишь, не вытянули. Хотя могли. Так, летающих, плевать на них. Сейчас мы с ними легко справимся вообще. Давай, сюда беги. Там же... А, вот эти летающие. Подожди, а у нас скелеты все идут и идут. Они не переставая вообще идут. Мне это не нравится.
Так, испепеление давай на всякий случай возьмем. Потому что тут, если до сюда дошли, значит, это уже сильно идут. Воу-воу-воу-воу-воу. Вы тоже так сильно-то не ускоряйтесь, слышите? Так, давайте, бейте-бейте. Хорошо, красавцы. Тут еще чуть-чуть осталось. Давай вот так. Хорошо, а то напряг даже немного. Все, отлично. Блин, 400 было монеты, я зря вот так впустую потратил. О, на пентаграммах они появляться будут. Вот это неожиданно. Тогда я не зря вот так вот сделал. О, да, идеально. И вот здесь вот стойте. Вот это нежданчик был. Ну, с собаками мы быстро справимся. Вот это неожиданно было. Блин, как употел, а? Вроде осень, уже холод. Не-не-не. Вот эти вот пускай сначала пройдут. Не-не-не. Это не устраивает. Подожди. Вот этих мы должны сначала уничтожить, потому что они сейчас задушат нас просто. Да по вот этому вот. Было бы неплохо, если башни еще выбирали, кого атаковать. Ну или я мог выбирать, кого в приоритете. Да, нажимаешь на башню, тут такая табличка, и ты ставишь наверх, кого в первую очередь надо выносить, и ниже, кого уже в последними. Было бы вообще шикарно. Так, давай так. Так, до Теслы совсем чуть-чуть осталось. Плохо, что некромант, которых скелетов призывает, они урона не наносят. Ой, монет не дают за них. Вот это, конечно, грустно. Вот это грустно. Так вот, с магами, конечно, что-то сделать было бы неплохо. Давай вот так вот. На-на-на-на-на-на. Хорошо, хорошо. Да вот, добивайте. О, подожди, а это... А что это? А что это такое? О, это блокирует. Мне говорили по этому зданию, когда что-то будет, надо быстро нажимать. Но... А, ну так я так... Так я нажимал сейчас до этого тоже. И в чем прикол? Почему до этого не сработало? Ладно, понятно. Давай вот так, ладно, сделаем пока что. Вот главный колдун. Вот такой урод, а. Че ты нам мешаешь? Слышал? Мне показалось ли он? Вот так вот сказал. Или что он там говорит? Соски? Соски! Наверное, натер. Так, надо этих прокачать до викингов. Вот это будет охренительно. Ну, топоры, ты понял. Ты телепортнул отсюда, вот сюда. Спасибо. Как бы... А, вот этих сказали, можно не трогать. На солдат это никак не влияет, хотя, по-моему, влияет. Либо это так совпало сейчас. Ну, либо они сейчас не выходили просто. Они сейчас, по-моему, просто не выходили. Может, просто совпадение, не знаю. Так, у него здоровье все еще максимальное. Я не знаю, что с ним надо делать. Наверное, лучниц надо будет тут поставить, чтобы они достреливали до него. А может, у него здоровье на последней волне, он сам придет, я не знаю. Но будет обидно, если мы проиграем сейчас только, потому что я не знал, что с этим делать. Так, метающие метательные топоры. Все, это идеально. Давай еще соточку. Отлично, все. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, про вас я забываю. Слушай, а что я на одно нажимал, второе исчезло? Или это все равно, куда нажимаешь, оно исчезнет везде? Да нет. Так, метательные топоры есть. С уроном было бы неплохо еще. Давай так. А, да блин, я постоянно забываю про это. Я уже не обращаю внимания, понимаешь? Ох, нихрена себе, вас тут что-то много. Да задолбали. Ну реально, что-то вас тут многовато как-то. Да хватит. Вот смотри, я нажимаю вообще ничего. Почему? В определенный момент обломись. Слышишь, ты не выпендривайся давай. Все, и топорами мы их сейчас закидаем. Да блин. Забывай. Да почему? Ну я нажимаю, что не так вообще? Или это не все эти можно? А с хрена ли не все? Так вот это за 3 соточки надо, чтобы мы сильных выносили потом. Хотя надо ли это нам, не уверен. Понял, это скорее всего, если ты сразу это не жмешь, то оно потом не реагирует, правильно? Надо сразу же нажимать. Но это тоже неудобно, понимаешь? Я не успеваю обращать внимание на это. Ай-яй-яй. Да, ага, не туда нажал. Да давай вот этот вот, ладно, голем пускай будет у нас. Голема вот сюда вот отправим. Так, за 150 нормально. Так, 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 так.
А где мышка? Ага. Блин, когда вот так торопишься, ты на мышку не обращаешь внимания. Справились, отлично. Так, когда-то они снизу пойдут, то это будет, конечно, напряжно. Азия, есть тьма и огни. Подожди, я не успею. Ага, вот так. Но они же будут выходить все равно, правильно, я надеюсь. Хотя, возможно, ты имел в виду, что, типа, если воины уже вышли, то плевать, как бы. Но нет. Сначала на стреляющих. Так, ну с этими мы справимся, я думаю, спокойно. У нас вот эта башня есть. Как я употел, так у нас почти 1000 есть, да? Какая лучше, телепортирующая да твою мать. Ой, ладно. Вот это ладно, пускай лучше будет. Вот это вот прокачаем, хочу просто посмотреть, что это будет. А, ты просто телепортнул. А, это ты телепортнула, а что так далеко? Да что ж такое? Давай в овечку хочу. Преврати хотя бы разочек овечку, я хочу посмотреть, как это будет работать. Да что ж такое-то? Как я употел-то, а? Чё ж так жарко-то? Или это я нервничаю сильно? Блин, вначале чуть-чуть пропустили, просто потому что я не... Нет, смотри, по овечкам тоже урон идет, видишь? Так, они забирают здоровье? Нет, нет, 5 черепов забирают. В смысле, мне говорят, не будет забирать здоровье. Будет, еще как. С чего вдруг не будет? Блять, я пока отвлекся, пока тебе говорил, я не посмотрел на экран. Ладно, пока эти бегут. Есть, хорошо, красавцы. Успели разблокировать. Здесь будет жарко, да я уже и чувствую. В натуре, слушай, прям... Как в игру погружаюсь, а? В натуре жарко, и не поспоришь, да блин. Вот почему это сложно, да? Вот сюда иди, каменный голем. Но это не элементаль. Но это не элементаль. Не элементаль, понимаешь? Сейчас тут, конечно, нехило пройдут. Это не элементально, Ватсон. Так, если каменного голема убьют, это ж ничего страшного, через время возродится. Правильно. Блин, с телефона это, наверное, вообще очень удобно. Прям вообще шикарно, но с компа, конечно, попадать сложновато, я хотел бы сказать. Хотя, может, это именно мне сложно. А, вот! Блядь. Я был занят этой прокачкой. Реально потная катка, а. Так, ладно, давай так, хотя это надо было телепорт с пеплом. Вот здесь телепорт сделаю с пеплом. Давай так, 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 так. Блин, какая маленькая ручка на экран. Когда ты не торопишься, вообще прекрасно. Но когда ты вот так сильно сосредоточен, это все, это очень сильно все на тебя влияет. Да блин. Поздновато запустил, согласен. О, красава, спасибо. Так, опять что-то. Ага. Так, 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 так. Надо в приоритет ставить то, что сильнее. Я опять не видел, где у меня мышка. А, мы даже прокачать не можем. Оно не атакует и не прокачивается, класс. Ни хрена себе, тут как-то много скелетов, тебе так не кажется, не? А что у нас против скелетов хорошо было бы? Так, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Против толпы я имел в виду, что было бы хорошо. Голема одного вниз. Давай вот одного голема вот сюда вот поставим. Так, вот эту главное, ага, все. У скелетов как-то слишком много, тебе так не кажется? В целом у нас благодаря этому и денег много, но все равно. Так, у нас почти уже все... Да...
Ай, что я нажал? Я случайно. Ладно, хрен с ним. Раз уж поставил. Так, что сейчас? Как всего много происходит. Еще этот прокачивает вот это все. Это отвлекает, и я думаю, что это он начинает вот это вот ставить, понимаешь? Давай, с телепортом. Ай, не туда поставил, вот сюда, вот стой. Телепорт давай, оп. Где? Да не то, я уже и в клавишах запутался. Фух, я запись включил. Я смотрю, кнопки записи внизу нет. Все, это же у нас камера справа сверху, да? Так вот это вот иди. Так, а я на тебя не нажимал, вот я тебе говорю. Слишком много куда надо тыкать, я уже запутался. Вот, вот здесь испепеление будет идеально. Вот, только против гигантов, пожалуйста. Так, делаем так. Обязательно вот здесь, обязательно вот здесь, обязательно вот здесь. Вот. Хорошо, основное успели. Как хорошо, что... Блять, они же сейчас пройдут быстрее. Все, телепортну, а теперь испепели их. Блин, ты же испепелить можешь. Пепели. Так, делаем так, обязательно вот с этой стороны. Так, 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 так. Так, и, наверное, вот здесь вот надо урона прокачать для топоров, правильно? Хотя для топоров в первую очередь тут надо прокачать. Ага, тут у нас все прокачано. Тогда вот тут. Оп. Хорошо. Блин, прикинь, если бы не начало с этим некромантом, на 3 звезды, что ли, бы... А, это последняя финальная волна? Или мне надо все-таки по нему лучниками бить? Хрен его поймешь. Без понятия вообще. Ну испепели, ёб твою мать. Я же прокачал на 3 дохлятин, наконец-то. И он теперь бесконечно будет войска выпускать, пока мы нет, или чё? Пришло время безумия. Во-во, это мне в тебя надо вот так? Или я зря деньги тратил? Ага, это хрень вообще. Тут тогда мы лучше вот так топоры поставим, раз ты босс, правильно? И давай даже вот так вот сделаем. Вот сюда вот идите. Давай вот так вот, оп-оп-оп, закидывайте. Ага, вот так, оп-оп-оп-оп-оп, обязательно вот здесь вот, оп. Да-да-да, это в первую очередь нам надо делать вот так. Давай вот так, оп. И викингов уже, ладно, поздно. Ох, как много в копии тебя летит. Сколько в тебя копий летит, ты понял. В смысле копья. А не копии. Так, хорошо. А у тебя что так, сколько у тебя здоровья там? Блин, ты призываешь этих, и поэтому по тебе урон, да, не успевает идти никакой. Блин, как плотно, согласен. Давай, вот сюда иди. Держи его. Давай, на-на-на-на-на-на-на. Он же не сваншотит, он не ваншотит его. Вообще шикарно, слушай. Сколько у тебя там здоровья, да хрен... Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, забываю я все время про это. Да, надо прокачать солдат мне. Солдат надо прокачать, без них я не справлюсь, понимаешь? Вниз бей, бей-бей-бей, внизу. Так, не туда нажимал, да? Я мышку не успеваю увидеть, где она находится. А, это короля убили, чё ты? Я думал, это мы его убили, я уже хотел обрадоваться. Так, тут можно что-нибудь прокачать, хотя бы нет. А давай так. Тут, наверное, еще давай с топорами поставим. Чуваков, давай быстрее. Раз, два, три. Все, хорошо, и вот здесь вот так сделаем. И вот так вот. Так, делаем так.
У него чуть-чуть здоровья осталось. Давайте, топорами мы сейчас должны его просто завалить. Тесла плохо, что отключилась у нас сейчас. Быстрей. Метеоритный дождь, давай. Идеально, прям по нему. Сколько у тебя? 200 хп. Ну, не можем проиграть мы на 200 хп, не можем. Что? Чего? Не понял. Не понял прикола, подожди. Сюда иди. Да блин, почти прошли. Не хватило капельку только потому, что... Блин, я не знал, что он обратится в такого. Да блин. Ну обидно, в конце чуть-чуть не хватило. Сколько? 26 минут потратили впустую. Чуть-чуть не хватило, понимаешь? Ой, я мокрый какой весь. Бля, чуть-чуть не хватило, я не знал, что он обратится в этого урода. Блин. Так, у нас что по прокачке было? Все отлично, метеориты не спасли бы. А вот это вот, конечно, было бы неплохо. Вкачать полностью. Урону усиленный у топоров, это бы такая имбища была. Сколько нам там надо? 1, 2, 4, 6, 9. 9 звезд. Ну а что это поделать? Придется. Так, улучшение уровень 2 и без героев. Хорошо. Улучшений. Да и ты что делаешь? Улучшение все по 2. Ну, на всякий случай сделаем так еще. Блин, у нас почти все хватает прокачать, если, смотри, не конкретное что-то. Это у нас тут просто максимальный уровень какой-то дорогой. Супер, давай, хорошо, вот так вот. Блин, значит, все-таки надо было звезд сначала накопить. Видишь, почти прошли, почти. Вначале чуть-чуть косичнули. И не прошли на 3 звезды. Так, а что нам тут надо делать? Давай так делаем. Блин, правильно ли сделал, не знаю. А тут, наверное, даже лучниц надо было бы делать, ставить. Да, это какое-то говно я сделал. Лучниц надо делать вот так и вот так. И здесь солдат вот сюда. Вот сюда вот. Все, давай попробуем. Эти лучницы на первом уровне нихера попадать не будут, зато сейчас сразу второй сделаем. Так, быстрее, за собаку. Сколько там у нас дают? 5 монет. Ну, маловато, конечно, но ладно, вот так. Оп. Так, это уже быстрее должны стрелять. Давай вот так вот, пока у нас и есть время, вначале потратить. Это отлично. Сейчас давай сразу запускаем. Хорошо, и у нас 110 надо, у нас еще 60 надо. Ай-яй-яй. На всякий случай тыкаем, потому что мы знаем, что за это достижения какие-то там дают и так далее. Опа, 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 это рыбу я призываю или как? Надеюсь, блин, наверное, рыба не лучшая, на что сейчас стоит отвлекаться, правильно? О, рыбу нет, все правильно. На рыбу не зря тыкал, потому что я помню, что там мне там с водой говорили, но я думал, там же дельфины или типа того будешь это. Нет, наверное, правильно, надо было немножко наоборот, луч, артиллерию тут поставить, да? Давай вот так делаем. Этих берем, ставим так. 220, блин, дороговато как-то артиллерия, понимаешь? Как-то очень дорого. Может, еще и магов. Вот здесь вот. Или лучше покопить артиллерию. Оп-оп-оп, а то они сейчас пробегут, подожди. 220 чуть-чуть не хватает, но артиллерия второго уровня все равно слабовато. Что-то я не так делаю. Подожди, второй уровень, это вот здесь мне, блин, мне писали несколько раз, но что-то я не разобрался, потому что и то улучшение, и то уровни, и как бы по-другому, что ли, бы описали здесь в игре это все. Какие второй уровень максимум чего? И того, и башни, и персонажи максимум второго уровня, или что? Быстрей. А чё не сюда? Ты не дотягиваешься, не дотягиваешься, понятно. Ох, красавчик. А, шаманы. Все шаманы мудаки, что ли, я не понимаю. Да вот сюда бей, ёб твою мать.
быстрее, метеоритный дождь. Так, давай быстрее. Солдатов надо успеть. Ага. Ну и так давай лучников тоже поставим. Класс, один выстрел всего успели сделать, и то мимо. Понимаю. Так, ну по этим вы будете попадать. Это прекрасно. Три монетки всего? Ты что, гонишь? Вот, хорошо, вот так вот. А рыцарей, наверное, тоже надо вкачать. Или не надо? Лучше тут лучниц еще. Или артиллерию лучше. Блин, не знаю, что лучше, артиллерию, лучников или магов вообще. Так, ну тут толпы будут идти, это факт. Значит, скорее всего, давай. Да у нас один хрен, денег не хватает ни на что. Или еще солдат надо бы поставить. Нет, солдат можно вот сюда вот поставить, но все равно денег пока нет. Лучницы хоть как-то помогают нам. Тут, а ну, по этим бей пока. Ну да, конечно, я понял. Лучше по два выстрела, бум-бум, и это мы справимся быстренько. Да, шикарно, хорошо, справились. Жаль, конечно, жаль, ну блин, прикинь, один из самых сложных уровней в игре прошел бы с первого раза. И были шансы, ну согласись, были шансы на 3 звезды. Вначале чуть-чуть провтыкал, надо было не две магические башни ставить, а вот эту Теслу проставить надо было. А также этот, как его там? О, против этих, конечно, магов надо было. Блин. А, вы же сейчас еще лечить будете поставить. Да не надо, ну пожалуйста. Ну что вы делаете? Ох, ни хрена себе. Все равно шаманы идут, а? Так, ну мы хотя бы, главное, шаманов вынесем, артиллерия, ладно. А вот этих орков уже разнесем. Хотя это больше огр. А, ну тут и написано, что огр. Стоять. 220, давай быстрей. Что ж такое, денег-то нет, все равно, серьезно. Настолько денег нет, что даже защитить не можем, а. Может тут поставить людей. А ты ваншотишь их или что? Да нет. Как же тогда вы так делаете? А, там уже не дотянутся. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее. Надо было изначально так делать. Ну почему вы? Ну вот же он идет. Ой, ёпта твою мать. Быстрее. Да, вы, конечно, урон... По два урона. Ну да, конечно, на что я рассчитываю. Почти прошли. Так, надо запомнить. Подожди. Артиллерия, солдаты. Ага-ага-ага. И тут, наверное, магов надо было все-таки ставить. Давай вот так, артиллерия. Вот здесь вот солдаты. Обидно, 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 обидно. Почти, 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 понимаешь? Да что ж такое-то, а? Да, артиллерия, конечно, первый уровень, это вообще позорище. Куда ты бьешь? Ну тут же даже никого нет. Вот куда ты бил? Он издевается, такое ощущение. Ты видел? Это же даже не близко. Плюс еще вот это вот нажимать, то что надо много раз. Вот это я тоже провтыкал. Это очень неудобно, когда у нас тут все двигается. И при всем этом двигающемся надо еще найти, где у тебя мышка. Жесть. Так, надо 220. Хотя бы самых слабых начнет ваншотить. Потому что пока что. Так, я понял, сейчас эти, чтобы не прошли, давай вот так вот сделаем. Они просто подбегая будут наступать и умирать. Все отлично, а вот это уже справимся. Хорош. Так, и теперь лучников еще надо будет поставить тут. Стоит ли солдат вкачивать? Да я не знаю. Толпа как бы да, но как бы не надо. Куда? Ты же даже не попадаешь. В чем проблема твоя, а? Блин, как бы они не прошли. Во-во-во, про что я говорю. Тут давай их тормози. Оп, красавчик. Это еще добьешь. Блин, это уже следующие сейчас пойдут. Ладно, пока специально, по крайней мере, призывать не будем. Dodge.
Да добивай их быстрее уже, вот, бейте. Давай, хорош, еще. Только четкие попадания делай. Только не наверх, вот он внизу есть. Да что ж вы разделяетесь-то, а? По одному задрали бегать. Или тут надо было еще солдат поставить, хрен его знает. Так, ну это хотя бы уже неплохо идет. Надо монет накопить и здесь прокачать посильнее. Наконец-то. Ух, хорошо. Давай второй раз, ладно. Так у нас хотя бы будет время отбиться. И здесь магов ставим. Так, вы только не исчезните посреди битвы, хорошо? А то любят нам всякие сюрпризы подкидывать. Ага. Вот про что я говорю. А, хорошо. Фух, или этих прокачать, или мага. Лучше мага. 160, но это многовато, конечно, для мага. Что ж ты делаешь-то, а? Что ж ты меня бесишь? Ух ты, со своей аптечкой, а? Вымораживаешь меня. Как ты задолбал все-таки лечить их. Или нужно было тут все стреляющее, а вот здесь уже солдатов поставить. Две башенки могли. Могли бы поставить. Блин, не знаю. Наверное, надо было так ставить. Вот здесь вот мага, вот здесь артиллерия, здесь лучников, здесь и здесь солдат. Хотя у нас не было бы шансов тогда вот здесь, чтобы прошли. Хотя, возможно, и две комбинации пригодились бы. Ну, сработали бы. То есть ты по огру решил магию не использовать. Ты решил использовать по шаману, где у него пониженный уровень. Для магии, конечно. Понимаю. Хватит себя здоровье восстанавливать, задрал. Бесячий типа. Подожди, давай вот так вдвоем. И артиллерии добавь, добавляй еще. На. Ух ты, бесишь, как. И магия давай. Давай, тут 149 всего лишь осталось. Хорошо, молодец. Ладно, давай еще вот так вот сделаем. Вот сюда идите. Ты, допустим, достанешь, вот так вот делаем. И здесь 110 не хватает пока, хорошо. Так ты хотя бы достреливаешь, отлично. Так, ну опять шаманы, конечно, это плохо. Может и тут лучников еще долбануть. Хорошо, долбанем сразу, как здесь поставим. Прокачаем этих солдат. Хорошо, во, отлично. И здесь лучников можно будет уже поставить. Или магов лучше, я не знаю. Многовато. Вот сейчас огненные метеориты были бы неплохи. Быстрее, пожалуйста, прокачайся, это наш шанс. Буквально наш шанс последний. Быстрей. Давай, давай, давай. О, хорош, хорош, хорош. Фух. Ух, еще и вкачали. Ни хрена себе, у нас столько денег оставалось. Так, сейчас главное с шаманом разделаемся, а с ограми уже быстренько справимся. За счет магии. А здесь я не знаю, может здесь поставить еще. Давай вот так сделаем. И вот это хотя бы верхнего огра пускай атакует. Так, давайте толпой быстрее выносите, пока шаманы не подошли быстрее. 100, давай, 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 успевай, успевай, успевай. Хорошо, красавчики здесь теперь тоже. Так, эти восполняют, но надеюсь они далековато находятся от огра. И не успеет ему тоже пополнить. Быстрее, его тоже выноси. Так, как вас много тут, а? 160, давай, давай, давай. Отлично. Так, ну вас тут многовато. Давайте я вот так сделаю. Потому что они сейчас огром будут восстанавливать. Задолбают просто. Почему вы стоите, просто смотрите? О, как это выбешивает. Почему они игнорируют, а? Мне не нравится, что они просто игнорируют.
Мы все уже прокачали, что можно было. Да, все уже. Да, нормально встали. Давай, давай, главное магов выноси, шаманов точнее. Как вы задрали? Они еще и по очереди восстанавливают тебе здоровье, это еще хуже. Нет, ты давай поближе вот так вот. И ты давай вот так вот. На, падла. Да что ж такое-то? Нет, 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 подожди, давай, ну маг, давай, давай. Сколько у тебя? 23 здоровья минимум наносишь урона. Ну что такое? Ну опять не дотянул чуть-чуть. О, неужели все правильно сказал? Надо было здесь изначально солдат ставить, а все остальное... Да ёб твою мать, а. Хотя мы по всей карте проставили уже почти защиту. Как так вышло-то, а? Мне не нравится, что они в глаза долбятся. Это прям плохо. Вот куда ты бьешь вообще, а? Я понимаю, он, скорее всего, заранее пытается угадать, где они будут. Но ведь не угадывает же. Ну так не пытайся больше. Все, видишь, не получается. Бей куда надо. Не надо бить куда не надо. Надо бить куда надо. По сути, мы сегодня еще ничего не прошли, да? И, скорее всего, не пройдем. Ну, классно, неплохо так поиграли, хочу сказать. Хорошо, класс. Результативно, главное. Ну, по вам, вы, по-моему, вообще по 3 монеты даете вообще ни о чем. Или артиллерии побольше поставить, типа 3 артиллерии. А здесь солдаты, чтобы их бах-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 бах. А здесь уже магов. Не-не-не, сначала прокачать эту надо, чтобы она вот таких хотя бы ваншотила. Потому что они сейчас толпой просто будут проходить и все. Так, ну главное, мы метеорит уже не используем, значит уже лучше делаем все. Так, не, я пока не буду. Да, понятно. Так, 220 надо. Прекрати восстанавливать здоровье. Ты дотягиваешься, да? Ну куда ж ты бьешь? Ну там же ну никого нет. И никто не собирался там быть тоже. Это далековато. Все, давай, ты сейчас ваншотить будешь. Так давай, бей! А что ты столько ждал? А что он столько ждал вообще, ты видел? Я в шоке. Давай еще постоим дольше, пождем, конечно. Так, артиллерия 125, многовато, конечно. Многовато. Поставим тут 3 артиллерии и тут одного мага, и все. Какая жара, а? На ДСТ включил вентилятор. Ничего. Однажды они начнут попадать, и мы вообще тащить будем. Так, еще одну артиллерию не надо, лучше вот эту вот сильнее вкачать. С громилами что делать? Но это остается только толпой вот этих рыцарей останавливать их. А артиллерия, надеюсь, справится. Сколько они на урон наносят? 22-44. Ну, маловато, конечно. А эти вообще 2-4. Так что тут даже говорить не о чем. Пускай дополнительных монет немножко получим. Ничего, главное, мы этих гоблинов выносим. Правильно, гоблины же это... Это орк, подожди, какой это орк? Это не орк. Ну ладно. Хорошо, и сейчас еще одну артиллерию прокачаем, и все они втроем будут тут долбить, и это будет шикарно. Сразу же скотина восстанавливается здоровье, ты видел? Моментально. Только прилетел, он уже восстанавливает. Давай вот этого вот вынеси, пока что. Все, восстановил здоровье, этого я не рассчитывал, конечно. Не ожидал, что шаман будет здоровье восстанавливать все. Так, ну толпой-то должны мы его закидать, правильно? Но мне кажется, плохой план здесь из-за того, что он выносит наших быстро солдат. Это солдат надо было бы вкачать тогда. Неплохо так.
Давай, бей, вот тут идеально, по толпе как раз. Тогда следующих солдат будем прокачивать. Да, да. На, хорош, 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 хорош. И артиллерию надо прокачать. Давай, пока солдат. Опа. Сколько у вас теперь? 3-4-110. 3-4-110. 1-3-55. Ну, блин. Два раза больше здоровья стало, но это не сильно-то нам сейчас поможет. Ладно. Даже с учетом того, что они ваншотят, они все равно пропускают их. 220 пока дороговато. Ладно, ждем. Давайте этого можете добить пока. Ну добейте. Ну. Классно, он восстановил себе здоровье. Молодцы. 220, давай. А, хотя что давай? Еще долго. Еще очень много монет надо успеть заработать. Давай. 210, 202, давай. Чуть-чуть осталось. Хорош, все. Теперь минимум 66 урона будем бить, это вообще шикарно. Этот сколько урона наносит? 40-60. Почти ваншотит, а? Ну и магов тут тогда. Но сначала давай этих лучше прокачаем солдат, чтобы огры их дольше выносили. Если пойдет толпа огров, это, конечно, беда. Так, отлично, хорошо. И теперь магов можно будет ставить. Не, пока призывать рано. Ладно, пускай хрен с ними, с этими монетами. Сейчас не до них. Видишь, как проблема на все идет. Надо магов брать. Но маги тоже второго уровня, они довольно-таки слабые. Маги второго уровня вообще ни о чем. К тому же, я уверен, этот маг еще сейчас будет принципиально бить именно по шаманам, а не по ограм. Хорошо, 72 рана. 160 надо, да? Для улучшения. Плохо, что дальше нельзя прокачивать. Очень плохо. Ладно, нам нужны звезды, чтобы мы могли солдат хотя бы немножко прокачать. Хотя, надо ли солдат именно прокачивать? Ну, лучников я не использовал на мега-боссе, правильно? Да, лучников я, по-моему, там и не использовал. Аж звук троит, слышишь? За то, что они практически одновременно атакуют. Давай, 160 быстрее. Оп. Ну, правда, уже не надо, но да ладно. Ну, по 40 урона. Ну... А, это ты еще практически максимум нанес. Это как... А, это еще и финальная волна. Все. Отлично. Ну, все, да. Тогда я сейчас правильно сделал. Ну, вот изначально я подумал, как надо было делать. Надо было так и делать. Можно ли быстренько продать и пока магов поставить? А, давай. Все, и маги быстренько уже разберутся с ними. Фух, хорошо. Справились. Обидно за мега уровень. Обидно. Блин, а если бы я нажал сейчас заново, то мне бы не засчитали победу? Так, хорошо. Да, слабовато. Сегодня очень слабовато. Почти прошли. Там мы как прокачивали? Вот так вот полностью, правильно? Потом вот так полностью. А был ли смысл вот их прокачивать полностью? По-моему, нет. Давай в следующий раз попробуем то же самое, только вот так вот. Не то, вот так. Вот так в следующий раз попробуем. Ой, и вот так. О, ну тогда одну звезду еще можно вот так получить, чтобы еще больше здоровья было. Блин, копья у них шикарные. Они меня выручали ли?
А если так, то смотреть то 7, 8, 8 звезд еще надо. Это многовато. Куда я отмену нажал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, как будто бы... Ладно, потом посмотрим, что будем делать, а пока на этом все. Мы почти его прошли. Возможно, если тактику совсем чуть-чуть поменять и выносить его изначально, то мы бы выиграли. Так, ну мы хотя бы знаем, что он оттуда идет, да? Значит, там можно было бы сделать желтую башню вместо лучника. Желтую башню можно было бы там поставить с големом. Ладно, на этом все. Мы с вами подписались на канал, увидимся в следующей серии. Также все ссылки в описании и скоро увидимся.